Привет всем на канале Farl TV. Продолжаем антитеррористические действия в Том Клэнси Осада. Теперь у нас провал разведки. Прорвите серьезную оборону, эвакуируйте заложника. Вот оно как. Нас не должны ранить. Двух противников с гранаты желательно. Вот, ну давайте пробовать. Очевидно, нас ожидает штурм. Да, интересно. Зимой даже действовать будем. Да, кажется, будет камикадзе. Thermite is equipped with brimstone, an exothermic charge that can cut through metal. Термозаряд у нас теперь есть. Интересный оперативник. Ну, давайте попробуем. Фаза подготовки. Давайте искать заложника. Разведать обстановку. Узнаем, где находятся сами террористы. Тихо. Что это такое, говорит? Действительно. А мы погнали дальше. При входе двое. Третий. Мне кажется, было двое, один точно есть. Это один, там второй. Третий камикадзе на втором этаже у окна. Он попытался ликвидировать бота. Четвертый сидит в комнате. Пятый. В закрытой комнате. А где заложник? Может быть, еще выше? Фаза атаки, значит, понятно. Найдите заложника, при этом еще всех постреляйте прям. Куда пошел? Хорошее начало, минус камикадзе. Но я думаю, это был не один камикадзе. Да, хорошие тут объемы. Неизвестно, сколько у нас целей здесь может быть, кстати говоря. У нас два термозаряда, учтите. Поэтому напрасно тратить не будем. Я вот хочу попробовать с крыши. Посмотреть, да и взобраться бы заодно. Было бы это неплохо. Ну вот, может быть, здесь попробовать. Еще гранаты надо взорвать парочку. У нас здесь остановился бот. Видите, вот он, дрон. Кстати, можно продолжить им разведку. Замечательно. То, что нужно. Что-то я думал, после бот будет недоступен. Вот наверху мы здесь, кажется, стреляли одного. Угу. Так. Возле рояля один. Спускаемся по лестнице. Возле двери один. Опять эти двое. А где же они держат заложника? Или выше, или ниже, или где-то на этажах, но в комнате. Ага. Здесь мой камикадзе убрали, он сюда заходил. А зачем бы сюда шел? Это любопытно.
Вот какая-то стена закрыта. Это, наверное, вот это, да? Комната? Нет, это другая. Вот и заложник. Так, двое в комнате в какой-то. Вот их нужно будет гранатой. Все понятно. Вот где заложник. У рояля был один. Минус. Но мы будем все равно идти аккуратно, потому что вдруг кто-то пойдет куда-то. Кстати, камикадзе вроде больше не было. Да, здесь вот мы зачистку проводили. Некоторую тут мы одного ликвидировали. Вот эта лестница совершенно верно. Хотите сюрприз, ребят? Думаю, хотите. Может же вас двое, надо было гранатой взорвать. Час, кажется, ходит. Где-то рядом. Не справились вы с обороной, ребятки. Здесь вы еще будете, я знаю. Еще один будет, мы его дроном. Так, давайте возьмем боеприпасы. Я думаю, это очень нам не помешает. И попытаемся еще потом заложника вывести. А, термозаряды мы не взяли. Увы. Увы. Жаль. Пойдем. Камон. Противник на подходе. Ты понял? Я уже услышал. Зона эвакуации далеко, между прочим, так прям. Сиди. Придется подзачистить. Так чисто, пока в этом секторе. А там еще посмотрим. Но мы даже с пистолетом успешно справились. От такого прям натиска. На улице поджидать будет, так и думал. Так и думал.
Куда ж ты с дробаша стреляешь, а? Дистанция-то. Дистанция-то, ай-яй-яй, дробовика. Побежали. Меняем позицию. А, надо тут не пройти. Я думал, через укрытие, то есть через машины, но... В принципе, уже нормально. Уже добрались. Я вроде бы. Ну вот и все, зона эвакуации. Операция успешно завершена. Большое всем спасибо за просмотр, и мы обязательно продолжим.